всякого сомнения, была проведена очень большая работа, то есть и по восстановлению инфраструктуры, я имею в виду и спортивный зал мы привели в надлежащий вид, в надлежащий порядок. Вот, в принципе, работа большая, но справились, скажем так, Уже есть, скажем, результат от того, что справились. Уже вот на недавнешнем первенстве очень достойно представили наш город, наши уже спортсменки. Вот, очень здорово, мне очень понравился их результат. Я думаю, этот результат будет. Скоро уже будем чемпионами везде и всегда, и в художественной гимнастике тем более.